Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет видео о заказе классных вещей с интернет-магазина New Chic. Мне они очень понравились. И прежде чем их показать, я хочу вам сказать, что с 8 по 21 октября на этом сайте будет проводиться мега-акция. В связи с 5-летием самого сайта будут проходить различные акции, и можно будет по очень выгодным ценам приобрести понравившиеся вам товары. Так что советую вам обязательно зайти посмотреть в этот период, что вообще будет там интересненького, я-то уж точно. Ссылку на сам сайт я вам оставляю внизу в инфобоксе на сайт New Chic, а также на все вещи, которые я сегодня заказала, я также вам оставлю ссылки внизу в инфобоксе. Так что не забывайте, переходите, обязательно смотрите. Ну, давайте я покажу вам вещи. Итак, вот мой сам заказик. Кто смотрит мои влоги, вы знаете, что летом я люблю, в общем, всякие походы в лес, будь то за грибами, за ягодами, я не знаю, рыбалки, просто какие-то прогулки с мужем, с детьми. Я все это очень сильно обожаю. И в это лето я поняла, что у меня нет тонкой ветровки. Знаете, такой, что если попал под дождик или какой-то легкий ветер такой поднялся, наша питерская погода, как всегда, шепчет, то есть с утра может быть солнце и жарко, а днем может стать достаточно прохладно. И вот такой маленькой тоненькой ветровки у меня нет. У меня есть одна ветровка, но она очень объемная, то есть мне нужно с собой таскать обязательно рюкзак, чтобы туда складывать свою ветровку, и на пояс я ее повязать не могу, ту, которая у меня была, потому что она очень длинная такая. Вот, поэтому я увидела вот такую ветровочку. Я на самом деле боялась, что она будет внутри с подкладкой, но нет, и это просто супер. Внутри здесь такой материал, он как бы немножечко такой, ну, приятный очень. То есть с этой стороны получается такая, ну, как это, плащевка, да, правильно называется этот материал, то есть как куртка. А с этой стороны такой мягкий, как трикотажный такой, что ли. Но он не утепленный. То есть, видите, он такой просто мягенький-мягенький, очень приятно к телу. На футболку накинуть, если пошел дождь или поднялся ветер, самое то. Сшито просто потрясающе. Девочки, вот смотрите, все шовчики ровненькие. Я ее уже постирала. Поэтому она у меня здесь такая мятая немножко, но я как бы куртки не глажу, вот, поэтому я ее даже вот для видео не стала гладить. А на капюшоне вот такая как эта ткань, я не знаю, называется, но такая приятная очень к телу, это не хлопок, а такой вот, она немножко такая тянущаяся, очень приятная к телу, вот такой капюшончик сделан. Вот смотрите, видите, вся отстрочка ровненькая, все ровненькое. Не знаю, мне она безумно понравилась. Значит, я заказала себе размер S-ку, и она сидит плотненько, то есть не сдавливает движение, ничего, очень мне комфортно, но под нее уже толстовку, например, такую объемную, не оденешь. То есть, если вы хотите что-то одевать под эту куртку, то, допустим, толстовку какую-то теплую или какой-то теплый свитер, то заказывайте смело на размер больше. Вот, здесь еще идет вот такой вот такая штучка, то есть это все дело можно подтянуть, можно оставить вот так, как есть. Молния тоже очень хорошая, у меня вообще никаких нареканий вообще к качеству абсолютно нет. Ну и расцветка, я решила, так сказать, поддержать своих мужчин. Вот, и здесь тоже идет рукав, и на рукаве вот такая вот резиночка, я все на себе вам обязательно покажу. Ну, и думаю, раз уж я беру куртку такую, то мне, соответственно, еще нужна обувь. Заказала я себе вот такие вот, я бы даже это не назвала кроссовки, ну, как кеды, тапочки. Для меня это как тапочки. Боже, посмотрите-ка, во-первых, как они гнутся. Для тех, кто любит, не знаю, путешествовать, куда-то ходить, гулять там, я не знаю, по лесу, по какому-то такому, знаете, такой местности, я вам очень их рекомендую. Значит, смотрите, я заказала размер 40 размер на ногу 39. То есть у меня российский ровно 39 размер. Всю обувь я всегда себе покупаю 39 размера, если она стандартная, не маломерка. Эти я взяла 40 размер, и они
Вот видите, 40. И они просто идеально мне подошли. Вот прям вот, вот как будто по моей ноге сшиты. И здесь, видите, где вот эта шнуровка, я вот оставила так, как они мне пришли. То есть зашнурованные. Здесь вот сделаны такие еще дырочки. И вы можете как бы регулировать. Можете здесь подтянуть, да, еще побольше зашнуровать. Можете вообще, не знаю, мне кажется, эту шнуровку снять, и будет отлично. И здесь вот такая ткань очень похожа на хлопок. Очень она напоминает мне хлопочек. Мягенькая, просто потрясающе. У меня эти кроссовки хочет стащить мой старший сын. У него, правда, сейчас 36, ну, где 36-37 размер ноги. И он хочет у меня их стащить, ходить на следующее лето в них. Вот, ну не знаю, может быть, я ему просто еще отдельно закажу, поменьше размер возьму. Следующая вещь, которую я тоже заказала себе, это вот такая поясная сумка. Очень удобно, девочки, если вы вот, как я, например, любитель бродить по лесу или там с мужем на лодке, положить сюда телефон, потому что вот здесь вот кармашек, как раз мой телефончик сюда влезает. Видите, смотрите, какой. И вот здесь вот кармашек. Вот. И здесь вот такая вот... она такая, знаете, подкладка вот эта, как немножко прорезиненная. Здесь-то вообще вот как клееночка такая, да? Это все тканевая. А здесь вот как такая, как прорезиненная, что ли. Не знаю, как правильно назвать. Тоже очень хорошо все сшито, ровненько. Молния тоже хорошо пришита, ничего нигде не отваливается, даже ниточек никаких нету. Это, извиняюсь, это мой кот. Вот, и вот эту сумку у меня забирает, короче, мой племяш. Вот, так что я, наверное, сейчас как раз будет акция, буду делать себе, хочу вот точно такую же поясную сумку, потому что я обычно с собой, вот, например, в лес иду, даже если нет детей, я беру... Также, например, камеру с собой беру, беру телефон. Мне обязательно нужны влажные салфетки. И еще я всегда беру пакетик на всякий случай. На тот случай, если вдруг я нападу на большое количество грибов. Знаете, жадность она такая. Вот, поэтому и сюда как раз, вот, посмотрите, она объемная. Это реально как огромная сумка такая. Вот, так что я, наверное, буду заказывать еще себе вот такую, а эту отдам пока племяшу, потому что сейчас пока я в лес уже не хожу, вот, в походы мы уже не ходим, у нас уже плюс 6 сегодня, поэтому я отдам племяшу. Вот, а здесь вот просто, ну, как обычные вот эти поясные сумки, да, здесь вот просто отстегивается, и вот это вот, штучка, она очень достаточно плотная, то есть вы не потеряете свою сумку, это тоже очень здорово. И, соответственно, регулируется сам вот этот вот ремешок, то есть вы можете носить ее как поясную сумку и как бы так через плечо. Я вам сейчас покажу на себе. Вот у меня племяшка собирается носить ее как раз-таки через плечо. Ну, знаете, там куда-то с друзьями пойти, там в киношку, еще что-то. Вот он как раз для этих целей хочет у меня отобрать. Надо было мне все розовое заказывать. Мне мама говорит, тоже, Наташа, что-то розовое не взяла. Тебя точно никто не раскулачил. Вот, сейчас покажу, как все это смотрится на мне. Итак, вот я одела курточку. Вот эту вот. Вот. Видите, она так достаточно плотненько сидит, то есть, ну, как бы не совсем плотно, то есть не совсем в обрядку. Я сейчас одела сюда тоненький свитерок вот такой. То есть, если, например, брать толстовку такую более толстую, то эту куртку уже надо брать на размер больше. Вот, но мне очень нравится. Класс. И вот кроссовки. Слушайте, они, кстати, все эти вещи пришли без запаха, без какого-либо вообще. То есть абсолютно ни кроссовки ничем не пахли, ничего. Я еще очень рада, что я угадала с размером, потому что боялась, что будет маловато. Вот так вот смотрятся кроссовочки на ножках. Класс. Вот. Ну, я обычно, кстати, когда хожу в лес, я либо джинсы какие-то одеваю, либо эти... леггинсы какие-то, ну, какие-нибудь старенькие джинсы свои, знаете, либо леггинсы какие-нибудь, тоже черные или что-то в этом духе. Вот. Так что вот так вот накинул, и вообще супер. И вот я одела эту сумку, но она реально вместительная, девочки, посмотрите, просто. Сюда вся жизнь поместится, еще бутылка воды. Я планировала вообще вот таким образом ходить, как бы, потому что это очень удобно. У вас, допустим, в одной руке корзинка или какое-нибудь ведро с ягодами, и здесь у вас лежит все нужное. Также ключи от машины, там все вот нужно здесь лежит. Запачкали, бросили в стиралку, постирали, и все отлично.
Вот, поэтому, ну, у меня племянник хочет ее забрать. И он будет ее носить, знаете, вот так вот, молодежь носит. Вот так вот ее вешают сюда. Вот, и ходят. Но она такая. Так что буду заказывать себе еще одну. Я еще хотела вам показать в том, что вот эта куртка, посмотрите. Все. Вы ее сложили вот так вот. И положили куда-нибудь, не знаю, в ту же корзинку или в рюкзак. Занимает мало места, супер, мне очень она понравилась. Но еще раз повторю, что если вы планируете с толстовкой или с теплым свитером, то обязательно на размер побольше берите. Так что вот такой вот у меня был заказ. Мне все вещи очень-очень понравились. Не имеет ни запаха, ни ниток, ни кривых каких-то строчек, ни дырок, ни пятен, ничего. Качество просто, просто супер, я бы так сказала, для цены, которая вот представлена на этом сайте. Качество просто потрясающее. Также не забывайте, что будет проходить акция с 8 по 21 октября. Все ссылочки я вам оставляю внизу в инфобоксе. Переходите, смотрите. Ну, а на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю, целую. До новых встреч.